Бездомное животное. Сфера ответственности человека. Елена Пуляева – волонтер одного из рязанских приютов передержек. Знает об этом не понаслышке. В их приюте более 20 собак, и у каждой своя история. Но объединяет одно. Попадают в приют животные далеко не от большой любви. Это Альва. Мы нашли ее не так давно на площади Ленина в нашем городе. Она скиталась по проезжей части, собственно, приставала ко всем людям, не знала, куда ей деться, и выглядела очень-очень жалко, и она была еще сильно истощена. То есть сейчас она в такой достаточно хорошей форме, у нее появился жирок, потому что мы ее стабильно кормим и заботимся о ней. Но то, чем она была, когда мы ее нашли, это очень сложно описать. Просто кожа, кости и вот этот мех. Альба очень послушная, она явно домашняя собака, она знает команды, она приучена ходить на поводке, хорошо гуляет и ищет своего хозяина. Тут еще раз убеждаешься, не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Они не злые, они несчастные, но, несмотря на это, готовы дарить любовь людям. Лана, наверное, одна из самых эмоциональных собак, она умеет показывать свою любовь, она прижимается настолько плотно к человеку, что отойти, наверное, даже невозможно потом. Придется так и сидеть. Оказавшись в передержке впервые, сначала пугаешься. Первая реакция собак на чужого человека – громкий лай. Но буквально через несколько минут невольно вспоминаешь поговорку, что собака – это лучший друг человека. А это Зорька. Хочу вас с ней познакомить для того, чтобы все поняли, что у нас собаки не только большого размера, но и вот такие компактные, которых можно даже взять на руки и брать с собой в путешествие, возможно, в какие-то поездки. Зорьке будет очень комфортно в квартире, потому что у нее небольшой размер. И мы бы, конечно, хотели найти ей хозяина поскорее, потому что она маленькая, ей холодно в такие морозы. Помочь этим животным даже проще, чем может показаться. Это не только покупка корма и материальная помощь, а самое обычное внимание. Собаки в передержках нуждаются в волонтерах. Мало, их нужно больше, потому что нужно с собаками гулять и социализировать их. Когда мы приезжаем кормить, убирать, мы тратим на это достаточно много времени, и не всегда мы успеваем полноценно пообщаться с ними. И уж тем более выгулять 20 собак за раз двум людям невозможно. Поэтому мы будем рады, если будут приезжать люди хотя бы просто на прогулку. Активисты передержки для бездомных животных спасают своих питомцев от верной гибели, лечат, делают прививки и помогают им найти новый дом. И дело в простом – нет тех, кто не стоит любви. И подарить это счастье может любой. Возможности на каждом шагу. Нужно только уметь их видеть. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город».